В Златоусте появились сестры милосердия. Полтора десятка женщин официально благословлены правящим архиереем на это служение. Соответствующий чин состоялся в кафедральном соборе Златоустовской епархии, после чего прошла просветительская конференция. Теперь даже внешний вид этих женщин будет говорить об их помощи в лечебных заведениях и социальных службах. Сестричество в честь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны объединило 17 женщин. Облачение им преподнес епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. Сестра Милосердия – это та женщина, которая отдает часть своего времени от семьи, от мужа, от детей, от работы, для того, чтобы сделать доброе дело, помочь близким и просто людям. Сестричество делится на две категории. Это сестры в медицинских учреждениях, трудящиеся, и сестры, которые трудятся в социальных учреждениях, то есть в домах-интернатах, в домах-инвалидов. После посвящения в сестры милосердия все приняли участие в обсуждении темы социального служения Златоустовской епархии.